Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Наконец-то вы приняли мой. Да, у вас в фотографии написано брюнетка 07. А разговаривает муж брюнетки. О, какое счастье, замечательно. Слушаю вас внимательно. Я уже вот почти час вас слушаю. Видите, вот. Я целый час жизни вообще занял. Как вы? Я шикарно, как всегда. Кушаю армянское блюдо, которое называется этот самый чиковта. Чиковта, это армянское? Да, разве не знали? Кюфта. Ну, в принципе, и у нас есть, и у вас есть. Армянское. Да, чиковта, исконно армянское блюдо, конечно. Я вас слушаю внимательно. Вы тоже брюнет? Как вам обращаться? Роберт меня зовут. Я сам из, как сказать, Карабаха, из Степанакерта. Там родился в 95-м году, когда уже война закончилась. Карабахский Роберт. Да, можно и так сказать. Слушаю вас, Роберт. Слушаю вас внимательно. Ну, вот вы почти все знаете про Карабах, откуда там началась и когда все закончится. Армяне ну, примерно, самые плюс-минус, первые... Да. Ну да, армяне вообще откуда там взялись? Мне интересно. Я бы хотел бы сначала, чтобы вы со своего аккаунта мне позвонили, чтобы я понял, откуда У меня вы нет... взялись, чтобы увидеть ваше лицо. У вас нет У меня ТикТока, нет я вас понял. Откуда? А, нет. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Например, вот армяне говорят, что во времена Юлия Цезаря армяне танцевали кочари, правильно? Так? Ну, да. Есть танец кочари, которому много тысяч лет, правильно? Так? Да. Это в переводе с турецкого означает кочевник. Переселенец, кочевник. В общем... Турки появились, как я понимаю, сколько веков назад точно? Сколько веков назад появились турки на Алтае? 300-400 век, то есть гораздо позже, чем Цезарь и сами армяне. Как могли танцевать армяне кочари, если тогда даже не было турецкого языка? Вот, ну, понимаешь? То есть мне это интересно. В общем, все запутано, да, там. Ай, конечно, слушай, забей. Чиковта, лахмаджун, лахмаджо, какая разница? Ешь, пей, кайфуй, да. Жизнь одна. Ясно, ясно. Жизнь одна. Там главное как, нормально? Все нормально, да, я там родился, но вот после войны взял жену и ребенка и переехал в Россию. Сейчас тут живу. Ты жил в Карабахе и после войны переехал в Россию. Да, только после войны. А то если не было бы войны, я бы там остался до сих пор. А скажи мне, а почему переехал? Почему не смог остаться там жить? Ну, как, там же небезопасно, сам знаете. А скажи, многие еще уехали? Да, конечно, многие уехали. Сколько там человек жило до войны, знаете? Ну, примерно. А скажи, за 4 года еще многие уедут, по-твоему? Ну, если так пойдет, я думаю, что да, конечно. Зачем там оставаться? Окей. Ну, как раз я буду, я, наверное, буду все-таки там председателем региона, или, я не знаю, там, головой какой-нибудь власти или чего-то, и приезжаем, мы с тобой посидим, пообщаемся, без проблем. Как сказать? Вы вот по поводу паспортов там говорите, типа, если кто останется из армян там, получит паспорта азербайджанские и, в общем, будут я там. Я думаю, жить. Что, может быть, это будет какой-то... Не, по-любому, смотри, да, Роберт, у тебя же по-любому загранпаспорт армянский, правильно? Не...
Карабахский у или меня Абхазский, правильно? единственный, у меня единственный паспорт, да, Да, у тебя армянский паспорт. единственный паспорт армянский, с которым ты можешь летать по миру, потому что в Карабахе же нет Да. загранпаспорта карабахского, правильно? Поэтому, Не. естественно, для тех... Да, там нет. Поэтому ты, возможно, если будешь жить в Карабахе, может быть, будут карабахским давать справку или временное жительство, или же второе гражданство, какую-то там букву закона придумают, да, чтобы всем это было удобно. И все. Чтобы люди могли и в Армению ездить, и в Азербайджан. Я думаю, что это сделают. Не так, что вот там, знаешь, все. Это очень интересный вопрос, кстати. Спасибо тебе за него. Я думаю, что об этом вопросе очень долго уже думают. Ясно. Ну, просто жалко, да, люди. А вот пару дней, где-то 2 недели назад вы с Арамом разговаривали. Не знаю, вы помните, нет? Арам Я за 2 недели Каграманян. уже 48-й. Арам Каграманян. Каграманян, да, героический. Гахраманян, да, помню. Каграманян. А Помню, у меня помню. фамилия, знаете, как? Сейчас скажу. Какая? Сардарян. Военачальник. Это значит военачальник. Сердар. Круто. Ну, к сожалению, я военным не был. Роберт. Да, Роберт это великого короля Роберта имя. Робер, еще был Робер Артруа, у которого был Роберт, это, роман с по-моему, королевой Франции. германское имя. Роберт, а Да. Король Сардарян. Роберт. Да, Роберт. Еще есть певец Сардар Ортач. Слышал? Нет. Нет, Очень нет. интересно. Сардар Ортач не слышал? Такой китайские Сардар. глаза у него есть. Вот. Не знаю. У него А такие как тут глаза. можно камеру вообще включить? Я не знаю. А, камеру включи, да кнопку нажми, и я появлюсь сразу. Я хотел твое лицо увидеть как раз. Сардарян, Роберт. Круто. Я вообще без понятия тут как включать. Походу Это я там не есть смотрю. такая кнопка. Нажми, нажми, там функции, все. А папу Вот. как звали, Роберт? Давай не скажу. Потом, Хорошо, не нужно. Мне уже страшно стало. Вот эта тетя, как ее звали, Ирина, которую только что Ирина, разговаривали. да, Степанян, точно. Но она, в Ирина принципе, Степанян. многие вещи она и прям и правильно сказала. И... Ну да, есть там моменты, просто она тоже, да, хочет себя обезопасить, можно понять. Понятно, что, может быть, за столом дома она совершенно по-другому разговаривает или со своими друзьями, но здесь она, Ну, конечно, максимально осторожна была. Просто этот парень ее мне, немного знаете, вывел, надо сказать. что понравилось там, когда она сказала, типа, вот карабахские армяне, вот которые там живут, не хотели бы быть в составе Азербайджана и в Армении, типа. Они А в хотели составе... бы, Хорошо, типа, то есть это, я понял, я понял. были Роберт, а на что независимы. будут жить? На что они будут независимы? На иждивение какой страны будут жить? Ну, это На как... ясно, там дороги же нет никак. Или через Азербайджан должны выехать в Грузию, там, в Россию, или через О. Армению. Это ясно, Или там через Лачин. тупик. Лачин это тоже Азербайджан, если ты не А, ну, забыл. это ясно, ну, через Лачин они Воздушное туда пространство поедут. закрыто. Ну вот, самолеты не Через летают. Лачин, если Армения закроет, не пустит в Армению, они куда поедут? Я про это. И плюс ты мне скажи, вот, окей, да, какая валюта там будет? Ну Кто да. будет президентом, премьером через 4 года? Какая юрисдикция будет? Понимаешь? Ой-ой, Ясно. Стэмлен, не, мне предлагают этот армянский, этот чикёфте, я сказал, нет, это уже поздно, в армянском лаваше. И в армянском кяге с армянским лимоном. Лянкарана. Армянский лимон из Лянкарана. Да, слышал такое? Уезд. Не слышу. Вот так и живем. Ладно, ты как-нибудь выходи в эфир с лицом, да, хотелось бы с тобой еще пообщаться. Оригинальный ты человек, не каждый день спросишь. Из Карабаха, армянина. Ладно, Давай, пока. посмотрели. Пока. Пока-пока. Что сами? Сами до Джирара. О, ну да. Это что-то!